Добрый день, дорогие зрители и гости моего канала. С вами Виктория Снежная. Давно мы с вами не виделись, но на то были свои причины, о которых я вам, конечно же, сейчас поведаю. Не оправдываюсь, не прошу прощения, потому что знаю, что у меня есть вы, у вас есть я. Мы друг без друга не можем, и все то время, что я могу посвятить блогу, я стараюсь посвящать, поэтому понять, простить и принять то, что есть. Сейчас будет череда видосов на канале. Прям вот, ну, прилично их выйдет. Не то чтобы я пытаюсь компенсировать, но хочу очень отснять все то, что давно было написано, но не было отснято. Значит, что вообще было? С 7 декабря, да, я больше не работала, но тут такой момент, что я снова начинаю. Буквально со следующей недели, с 8 марта, ну, с 9 марта я выхожу на ту же вакансию, на которую я работала. Немножко поменялись условия работы, может быть, об этом я вам поведаю чуть-чуть позже, но снова большую часть моего будничного времени будет занята зарабатыванием бабла. Куда деваться, суровый мир. Так как за эти месяцы я прошла очень много обследований, и ну, на врачей было спущено прилично, плюс остальные необходимые траты никто не отменял. Ну, там, коты, да, кролики поесть, все такое. То нужно, короче, выходить и зарабатывать бабло. Куда деваться? Очень бы хотелось бы избежать этого, но, увы, ах. Плюс я безумно хочу свою машину. Прям вот свою машину. Мне не нужна дорогая машина, чтобы я не боялась ее разбить. Я хочу недорогую какую-нибудь машину, 350 тысяч максимум, для того, чтобы работать, чтобы она была герметичной, маневренной и реально просто подходящей для работы, чтобы в ней было тепло. Вот это мне тоже очень важно. Так что на такую хотелку нужно еще насобирать, нужно еще наскребсти. Поэтому поставлю это главной целью на время своей работы, потому что, знаете, я такой человек, которому нужна мотивация работать. Я не люблю работать ради работы, я люблю работать за какую-то идею. Это может быть ремонт, это может быть покупка чего-то, но это должно быть что-то, что меня будет мотивировать настолько, чтобы терпеть какие-то повседневные неурядицы, которые на любой абсолютно работе будут возникать. Поэтому, наверное, пока я поставлю машину, свою собственную машину. Это хоть какая-то личная такая свобода. Я бы, может быть, еще поставила бы квартиру, но это цель не одного года. Вообще ни одного. Я завершила цикл обследований. Вот, по поводу своей руки. На эту тему будет отдельное видео. У меня обнаружилась гломусная опухоль в пальце. Ну, неприятно. Неприятно, и все мои размышления об этом будут в отдельном видосе. Не буду здесь время на это тратить. Выйдет влог, в котором я чуть-чуть расскажу про свою систему планирования на данный момент. Вдруг кому-то это будет полезно. Вот. Ну и также, в принципе, он такой немножко зимний, уютный, навеянный. А что еще вам поведать? У меня здесь есть план того, что хотелось бы вам рассказать, но он немножко устарел, потому что писала я его весной, ну как, не весной, весна только началась, господи, писала я его в начале февраля, а уже начало марта, поэтому все-таки время идет, да, и что-то вот устаревает. Меня одолела жесткая апатия в один момент. Первый, наверное, два месяца, даже первый месяц, вот декабрь, я такая жила и жила в предвкушении, ну, там все-таки Новый год, дни рождения, а вот потом в январе оно как-то, вот знаете, так
пошло по ниспадающей, и весь февраль у меня прошел в дичайшей апатии. Мне не хотелось ничего, мне не хотелось ни что-то делать, ни куда-то ходить, не знаю. Вот когда ты не хочешь реально ничего, и не от своей лени, и потому что ты такой распиздяй, а потому что тебе просто апатично. И какие-то действия, какие-то события не вызывают у тебя никаких эмоций, вообще никаких. Ты спрашиваешь себя из серии, хочу ли я есть, а ты не знаешь, хочешь ты есть или не хочешь. По-моему, ты не хочешь есть. Хочешь ли ты спать? Да и спать ты не хочешь. Ты не хочешь ничего. Ты бы вот лежал бы вот так вот, смотрел бы в одну точку, да и хрен бы с ним. Да и пусть там сзади, я не знаю, хоть весь мир горит. А тебе не хочется ничего. Никакой ни мотивации, ни еще чего-то. Вот. И самое противное в этом состоянии слушать от каких-то мимо пролетающих людей, неважно какой вообще степени близости, о том, что да ты разленился, да найди работу, а тебе так хреново, и ты сам не знаешь от чего. И ты понимаешь, что если ты сейчас, вот, не разобравшись с этим, окунешься в любую работу, пофигу вообще в какую, ты возненавидишь всех вся и у всех убьешь по пути. И что это надо как-то решать, иначе ну, все будет очень плохо. И не потому, что у тебя характер там дурной, скверный, там еще что-то. Нет. Просто это проблема. А у нас очень любят обесценивать твои проблемы, твои какие-то даже не переживания, а выводы, заключения. У нас почему-то не принято, чтобы человек сам к себе прислушивался, делал выводы и строил свою жизнь, исходя из этих выводов. Ну, из серии там, вот я сейчас не хочу работать, потому что я вот настолько себя плохо морально чувствую, что я не смогу на работе выложиться по полной. Нет, начни работать, и все как рукой снимет. Нет. Это так не работает. Безусловно, можно одну моральную печаль попытаться забить работой. Обычно в школе такое прокатывало, из серии «Хватит думать о мальчиках, засри мозги учебой». Но тут как бы не то, ты уже вырос. Ты вырос, ты прекрасно можешь отследить, где самообман, где твой организм, твоя психика просто кричат уже о том, что тебе нужна какая-то помощь. И вот тут очень важно либо найти людей, которые тебя в этом понимают и поддержат, что типа не ты дурак, а что действительно, ну, это все требует мыслей, вложений, размышлений, времени, разбирательств, анализа, либо самому в этом ковыряться. Но ни в коем случае не отдавать себя в руки токсичных людей, которые будут тебе упорно внушать, что просто ты ленивое говно и ничего не делаешь. Поэтому у тебя и все твои проблемы. И я поделилась этой проблемой с одной своей знакомой. Она мне сказала одну очень простую и мудрую вещь. Наверное, это щитовидка. У меня что-то похожее было. И мне также знакомая подсказала обратиться по поводу щитовидки к специалисту. И оказалось, что щитовидка перестала выделять нужный гормон. У нас же в организме много гормонов, отвечающих за счастье, радость, за желание жить, жизненную энергию, вот это вот все. А тут ничего нет, тут внутри пусто. И действительно, наше тело, наш организм — это удивительная кладезь химических элементов. Просто удивительная. Нам чего-то начинает не хватать, у нас пропадает желание жить. И это не только психика, не только психика, не только наши мысли, не только склад характера или личности, или то, что ты там пессимист или оптимист по жизни. Нет, вообще нет. Ты, может быть, душевно являешься конченным оптимистом, но если твой организм перестанет вырабатывать нужное количество определенных гормонов, ты станешь конченным пессимистом. Хотя, казалось бы, твоя психика заточена под другое. И вот тут точно такая же тема. Я прикинула, что раз сейчас я занимаюсь своей рукой, то
На эндокринолога сейчас я, наверное, не потяну ни по времени, ни финансово. Что я могу сделать для себя по щитовидке? Я возобновила прием йодомарина. У меня всегда есть пузырь этого йодомарина, потому что что-то как-то вот как с третьего класса врач когда-то сказала, типа, мне кажется, у тебя проблема с щитовидкой. Я не знаю, на чем она основывалась, вот, ну просто она это сказала. И вот йодомарин с третьего класса вошел в мою жизнь, и он очень эпизодично в ней мелькает, вообще не на постоянке, так раз во сколько-то лет он всплывет, но дома он есть очень часто. И вот я думаю, раз он у меня есть, не начать ли мне его пить? Я пью 2 таблетки в день, и знаете, буквально через 2 дня меня начало попускать. Я не то чтобы чувствовала приливы бешеной радости, но я начала чувствовать в себе запас какой-то жизненной энергии. Просто что у меня есть желание что-то сделать, хоть что-то сделать, что-то отснять, сверстать, куда-то пойти, докуда-то доехать, чем-то заняться, там, ну, на те же анализы там, по руке, по своей сходить. Хоть какое-то желание к движению, я это желание подхватила, продолжила принимать йодомарин вместе с комплексом препаратов по руке. И вот неделю, получается, я его пью, и мне прям полегчало, очень полегчало. Видимо, действительно, организму чего-то не хватало. Может быть, мне продолжает чего-то не хватать, может быть, там стоит, да, дойти, сдать анализы там, на гормоны, еще что-то. Но то, что просто тупо поступление витамина в щитовидку дало эффект почти сразу же, это круто, я считаю, это круто. И это, знаете, прям очень о многом говорит. Это говорит о том, что у нас действительно, ну, не все в голове вообще. Потому что ты можешь что угодно о себе думать, а тебе вот не хватало чего-то извне. И мало кто об этом задумывается, потому что многие выросли на установке, типа, ты сам себе все надумал. Это плохая установка, она очень вредная. Да, понятное дело, что доля правды в ней есть, но она все равно очень вредная. Нельзя так однобоко подходить к себе, как к организму, как к существу, как к чему-то вот такому, настолько многогранному. Человек — это удивительная вообще штука. Я иногда как начинаю об этом, знаете, задумываться. Вот, ну, что такое человек само по себе, да, с биологической точки зрения? Это вот кожа, которая, ну, вот вообще по толщине там, да, по сути, ну, фиг да нифига, она неустойчива ни к чему. А вот, но с другой стороны, она выдерживает столько внешних факторов и какие-то изменения погоды, и ушибы, и удары. И при этом эта кожа определенным образом натянута, в ней что-то плещется, в ней что-то перетекает, в ней бултыхаются органы, там есть еще какие-то твердые косточки. То есть, ну, вот это вот все, и во главе всего есть еще мозг, который всем управляет. Человек — это удивительно сложная система, удивительно сложная. И подходить всегда однобоко к человеку, к его проблеме, это крайне неправильно. Слишком много факторов влияет на все, вообще на все. Но чтобы до этого дойти, об этом нужно хотя бы начать задумываться. Я хочу с вами поделиться 3 мультиками, что я посмотрела за это время. Один еще в процессе, потому что он многосерийное мульт-аниме, можно так назвать, но корейского производства, поэтому не совсем анимеха, и 2 других полноценных мульта. Первый мульт — это новый Том и Джерри, который вышел, Том и Джерри 2021, типа того. Хороший мульт, тем, кто любит Том и Джерри, советую сходить посмотреть. Это, знаете, хорошо сделанная классика для просмотра всей семьей. Всех зверей в этом фильме анимировали под рисовку, сделали весьма предсказуемый, но достаточно милый семейный сюжет.
И, ну, мне понравилось. Этот мультофильм оставил после себя очень много чего-то теплого в душе. Там и саунды очень хорошие, приятные, и в принципе смотрится легко и местами забавно. Так что реально, вот, чтобы отдать дань памяти Тома Джерри, самое оно. Второй мульт — это «Душа» от Pixar и Disney. Классный мульт. Очень он мне понравился именно своей концепцией, концепцией мира. Как можно понять мир без приплетения сюда Бога, без конкретной религии. Мульт «Душа» потрясающий. Он не красочный, как какой-нибудь фильм «Аватар». Он хорошо нарисован, вообще, ну, как бы никаких претензий, но он не зрелищный в плане, там, что там спецэффекты, ля-ля-ля. Нет, но он очень хорош. Он вот прям душа для души. Он о главном, он о важном. Он о том, что жизнь необходимо ценить в любом проявлении. И неважно в этой жизни добиваться чего-то сверхъестественного. Неважно, что ты в этой жизни там не станешь каким-нибудь вторым Эйнштейном или, не знаю, там, или выполнишь все то, что от тебя ожидают родные. Очень часто смысл жизни заключается в том, чтобы просто жить эту жизнь, радоваться ей, наслаждаться каждым днем. И мне нравится, что это очень современная подача, что смысл жизни там не в чем-то конкретном, типа там дети, семья, карьера, достижения. Давай, будь сильнее, успешнее, мудрее. Нет, нет, смысл жизни, радость жизни, это все вот в моменте, в просто том, что происходит здесь, сейчас и осознанности. И третий мульт — это мульт-аниме «Боевой континент». Он мне очень напомнил игру, в которой я сейчас играю, Blade and Soul. Ну, как сейчас я в нее уже много лет играю, но все равно сейчас более активно. «Боевой континент» — очень приятная анимеха про боевые искусства, по сути. И если вы любите вот это становление персонажей, их прокачку, изучение навыков, при этом хотите насладиться красивой 3D-шной корейской картинкой, природа, вот это все, я вам советую посмотреть. Очень красивая детализация, костюмы, персонажи, природа. Удивительно просто. Я получаю такое огромное эстетическое наслаждение от этого мульта. И вот я сейчас на последнем, пятом, по-моему, сезоне. Там разное количество серий в сезонах. И я с огромным удовольствием смотрю и жду выхода новых серий. Спасибо большое, что пробыли со мной этот уютный вечер. Я могла с вами поделиться всем, что меня беспокоило. Рада была вас слышать, видеть. Пишите ваши комменты, пообщаемся. До новых встреч. Пока-пока.